Меня зовут Марича Вероника, мне 20 лет, я с города Москвы. После аварии я начала очень сильно набирать вес. Врачи все сказали, что это просто заблокировался обмен веществ, и, возможно, в переходном возрасте все нормализуется, но такого чуда в нашей жизни не случилось. Вес критически стал набираться. Если я не похудею, то для меня это катастрофа всей моей жизни. Вероника, твой вес составляет 122 килограмма. Мне так хочется похудеть, чтобы я встала перед зеркалом в каком-нибудь красивом длинном платье на высоких каблуках, пошла куда-нибудь в свет вышла, а не в кеды, в джинсах и футболке. Я хочу похудеть в первую очередь для здоровья, потому что все, что со мной происходит сейчас, я понимаю то, что все из-за лишнего веса. Пусть он будет заставлять 40 кругов бежать, это нужно для меня. Если похудеть, то цены мне не будет. Новое реалити-шоу «Взвешенные люди» на СТС.